Выход каждого творческого плода театра – это всегда праздник. Выход видеокнижки «Пришла в Россию новая пора» ощутилась как очень значимое событие в жизни. Такая она красивая. Она красива во всем. Сколько цветов, сколько чувств, какой прекрасный шрифт. Как заботливо листаются странички, какая она объемная. 21 страничка, где в каждой строке дарятся щедроты лета, где я могу почувствовать эпоху солнца и добра. Прочитанная не единожды, конечно, это восторг от того, что мое сердце может прикасаться, знакомиться с чувствами этой эпохи. И огромная благодарность сказочнику, который проложил этот путь, и следуя, ощущая в сердце его голос, я тоже могу, насколько могу, внести свою нотку чувств в эту эпоху. Очень порадовала строка «Пора возможностей для радостных свершений». Ощутила, что это возможность, а возможность реализуется трудом. И очень-очень захотелось эту возможность использовать, чтобы поучиться, читать, встречаться, ну, может быть, действовать так, чтобы соответствовать этой эпохе. Я очень-очень благодарна за встречу с красотой, которая так щедро подарена театром.